Качели, карусели, горки – все, что пользуется спросом у детей, особенно в период летних каникул, должно соответствовать технике безопасности. На личной странице главы города ВКонтакте более сотни вопросов и свыше трех десятков адресов, по которым поступили жалобы. Детские площадки по нескольким адресам нуждаются в обновлении. Где-то повреждены конструкции, в отдельных локациях аттракционы отслужили свой срок. Глава Самары Елена Лапушкина поручила главам районов провести инвентаризацию детских площадок во дворах Самары. У нас с вами срок был на 1 июля. На следующей неделе тогда мы с вами заслушаем ваши доклады по поводу детских площадок. Точный список проблемных локаций по распоряжению главы города должен быть готов к следующему понедельнику. Дальше главам районов необходимо провести проверку по всем заявленным адресам и в случае необходимости принять соответствующие меры. На личной странице Елены Лапушкиной ВКонтакте по-прежнему открыты комментарии. Также писать о ненадлежащем состоянии детских зон отдыха можно в личные сообщения глав районов. Отдельно на еженедельном совещании в мэрии затронули вопрос о безопасности аттракционов в парках Самары. На сегодняшний день в черте городского округа размещены 110 аттракционов, 58 в парке Гагарина, 6 в парке Дружбы, 10 на Воронежских озерах, 27 в парке Победы, а также 8 в парке 50-летия Октября и один аттракцион располагается в Струковском. Некоторые из них сейчас проходят стадию регистрации в Гостехнадзоре. Остальные все аттракционы зарегистрированы, им присвоены номера, техническое освидетельствование аттракционов пройдено. С владельцами коммерческих аттракционов, сотрудниками муниципального предприятия «Парки города Самары» были проведены разъяснительные беседы на предмет техники безопасности. Все аттракционы необходимо содержать в порядке согласно техническому регламенту и регулярно проводить необходимые осмотры на предметах исправности. Ольга Павлова, Николай Епифанов. События.